Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я хотела бы вам показать еще один замечательный отбеливающий рецепт от пигментных пятен на лице. И нам в этом будет помогать всем известное народное средство петрушка. Заготавливаем несколько веточек петрушки. Естественно, их предварительно необходимо намыть. Для этого рецепта нам потребуются листья и стебли петрушки. Мы их мелко-мелко нарезаем. Петрушка порезана, аромат стоит просто обалденный. Обожаю запах петрушки. Перекладываем нашу петрушку в удобную деревянную емкость и деревянной толкушкой будем растирать ее, чтобы она дала как можно больше сока. Я попытаюсь это сделать деревянной ложкой, так как толкушку я что-то не нашла. Итак, петрушка дала сок. Сейчас я к ней буду добавлять 1 столовую ложку лимонного сока. Зернышки мы аккуратно уберем, а сок добавляем к нашей петрушке и все тщательно перемешиваем. Теперь из этой смеси будем заготавливать компрессы. Я подготовила 3 марли. Без марлевых компрессов, к сожалению, эту маску будет очень трудно уложить на лице. Раскладываем петрушку по нашим марлевым конвертикам. Три компресса с петрушкой готовы, можно использовать. Лучше подвернуть концы марли, чтобы петрушка не высыпалась. Ложимся на диванчик, укладываем компресс на места с пигментацией, прижимаем его поплотнее к коже для более усиленного воздействия и отдыхаем минут 25-30. Компресс с петрушкой и лимоном – это очень эффективное средство против пигментации и веснушек на лице. Если же у вас пигментация, как и у меня под глазами, это также вам обеспечит свежий вид ваших глазок, избавит от темных кругов под глазами и отечности. Не забываем после этой процедуры обязательно наносить на лицо солнцезащитное средство с SPF защиты 30, а лучше 50. Проводить такие компрессы необходимо курсом, ежевечерне, не менее 2 недель. Петрушка сейчас очень дешевая во всех регионах нашей страны, у многих она растет в садах и огородах, так что такой отбеливающий курс процедур обойдется вам совсем недорого. И зимой можно без проблем приобрести петрушку, поэтому этот рецепт, в принципе, можно применять круглогодично. Если вы боитесь проводить такой отбеливающий курс летом, когда солнце максимально активно, можно подождать осени и тогда со спокойной душой начать отбеливать пигментацию с помощью этого рецепта. Правда, и осенью применение солнцезащитных средств после таких процедур обязательно. Вот такие очень эффективные отбеливающие компрессы с петрушкой я вам сегодня хотела показать. Надеюсь, это видео будет вам полезно, и вы обязательно попробуете их приготовить. Не забывайте поддержать меня своими оценками, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Впереди нас ждет много-много всего интересного. Пока-пока, до новых встреч!